И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tation Incorporated. На связи с вами Альберт Вескер. У вас среда, у меня сородочное воскресенье. Записываем Лару, Лара Крофт, Том Рейдер, Underworld. Да, Underworld, вы это сказал правильно. Не то, что вчера. Мисс Крофт, спасибо, что сегодня с нами. И я оказался прав. Я вот сейчас, пока вот был перерыв между записями, я посмотрел информацию по поводу, что мне делать с головой Шивы. И я правильно вспомнил. Это реально нужно сейчас спускаться в эту ямищу и как-то там разбираться. Ну ладно, этим сейчас мы займемся. Но сперва поддержите видео лайком, комментарием и подпиской на канал. А также в Дискорде, ВКонтакте, на Devian Art, ссылочки все в описании. Также не забываем про наши вечерние стримы. Ну а я вебку выключаю, но с вами не прощаюсь. Я буду здесь, прямо здесь. Да, Ларочка? Да, да, все так. Не обращайте внимания на этих местных наг. Идемте сюда. В общем, оказывается, нужно сюда спускаться, и там есть какие-то выступы. Я не знаю, о каких выступах идет речь. Но какие-то есть. Она спустилась сама. Здесь совсем другая архитектура. Она похожа на руины Нидерфейна. Ну и хорошо. Всегда поверх старого что-то всегда строили новое. Вот они. Вот они, уступы. Я их везде, значит, искал. Они были вот здесь. Вот настолько хорошо сделали локацию, что мне просто трудно было видеть. Реально, я вот в прошлый раз, ребят, пока играл с вами целый час, я вообще не видел, где это находится. Я вот сейчас все подряд записываю, я вообще не видел эти вот уступы абсолютно. Давай, Лара, не помирай. Ух ты. Есть еще желающие укусить Ларин зад? Походу есть. Эти заразы, кстати, ласт могут. Ладно. Куда теперь?
Эти заразы внизу, только они не залезают пока. Ну и хорошо, что не залезают. Я пока не хочу с ними сталкиваться. Успеем еще столкнуться. Давайте сначала он туда. Ну-ка. А, я... Это просто способ спуститься, да? Такой альтернативный. Хорошо. Ну да, это единственный способ спуститься. Нет, лучше с той стороны. Там уже как-нибудь разберусь. Человек. Откуда здесь столько летучих мышей? Вот отсюда я их всех простреляю. Вижу, 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 вижу. Отсюда безопаснее. Давай, ползите сюда, ползите, гады, ползучие. Я помню про него. Я про него помню. Он хотел туда залезть. Вот же живучие какие. И ведь пытаются, что-то делают. Есть, с одним разобрался. Второй, 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 давай, 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 давай. Тут валяется. Так, музыка утихла, значит все хорошо. Музыка утихла, значит все прекрасно. О, ну тут пусто. Ну, главное, зачистили зону и молодцы. Тихо, спокойно, не спеша. Какая красивая, кстати, арена они сделали здесь. Интересно, что у них тут было? Наверное, какие-нибудь жертвоприношения. Ну, реально, любопытно, любопытно. Это ж сколько же надо было еще сил во все это дело, всю эту стройку потратить. Так. Секреточка. Давай, мрите, мрите. Летучая мышь летала, я видел. В нее я не попал. Вот теперь попал. Заберу. Я слышу тебя.
Гребаная летучка. Никогда не успокоится ведь. Так. Музыка, если играет, значит что-то еще есть. Ты серьезно? Вот на ровном месте? Надо было сохраниться, кстати, я что-то не подумал об этом. Сейчас, наверное... Ну да, вот здесь... Как долго помирает? Ждем. Все? Нет, еще где-то играет. Лара, давай нормально. Так, сюда она не захочет. Давай спускаться тогда сюда. Вон туда давайте тогда зайдем. Не можешь с одной стороны, зайди с другой. А ну иди сюда. Их тут полно. Застало уже, гребаное. А может это маленькие ящерки, а не пауки? Хотя нет, вроде по-моему пауки это. На вид как пауки. На цвет и на вкус тоже. Ага, давай, иди сюда. Хе-хе-хе. А ну иди сюда, ты ящерица переросток троглотитского размера. О, вот это удар, молодец. Я тоже могу так. Сколько же их тут водится? Лара, давай, залезай. Вижу. Вижу, 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 вижу. Заметил. Уж как запрятали-то. Ведь не заметишь сразу-то. Нет! Походу, воскресенье — это день проклятия у меня какой-то. Может, Man of Medan меня проклял, как вариант. Вполне возможно, не исключено. Не исключено, кстати. Буду рад видеть вас на всех наших вечерних стримах, ребят. Заходим, заходим. Мы, кстати, какие-то улучшения брали, я помню. Давайте посмотрим. Думаю, что тут есть еще самоцветы. Изумительный камень. Судя по его размерам, он должен украшать что-то невероятно большое. Да ладно. По реликвии мы нашли одну в Средиземном море. Все. И я, кстати... Ну ладно, давайте-то возьмем штурмовую винтовку. Что поделаешь. Пусть будет с нами. Транквилизатор же все равно не работает. Хоть...
Как-то будем атаковать, убивать. Так, куда дальше? Сюда дальше. Идемте дальше. Можем туда, можем сюда. Мне почему-то хочется вон туда. И ведь неспроста, ведь я так в этом уверен. Вижу. Ребят, видите? Ну-ка, дайте-ка я посмотрю-ка. Ну, до сюда навряд ли. Давайте сохранимся, и я попробую прыгнуть. Может, допрыгнет? Расстояние вроде для нее-то и небольшое. Ну-ка, дайте-ка я сохранюсь-ка. 47, ты где у нас? Все. Я, если что, играю на геймпаде, но в меню управляю с помощью мышки. Нет. Она, во-первых, может допрыгнуть, во-вторых, я идиот. Вот это да. Дайте-ка налью чаечек. Так, чаечек. Вот это да. То бишь... Да, что ты не взяла, не должна была взять-то и сохранить это в себе. Ну ладно. Ну, пока Лара в кустиках, я пока тут чаечек завариваю. Ну, точнее, наливаю себе. Давайте, поддержите видео лайком, комментарием и подписочкой на канал. О, все, Лара закончила по кустикам. Вебку вырубаю, но с вами не прощаюсь. Я еще здесь, ребят, я еще здесь, и здесь, и здесь. Сколько мы? Только 17 минут? Редко, когда я позволяю себе добавлять вебку в середине. Ладно. Так, все, это забрали. Ну теперь туда только остается. Ты уже на вершине, Лара. Теперь есть только одна дорога вниз. Вон там есть еще подъем наверх. К чему он ведет, я не знаю. Но я хочу узнать. Нет, тут не зацепится. И... Там тоже. То есть это просто такой обходняк, что ли, который должен был быть у нас? Типа, но я нашел короткий путь. Ну, просто вот... Вот там взял, спрыгнул и готов залез. Все. О. Еще драгоценный камень. Спасибо. Еще. Сколько у меня лечилок? Уже 4. Дожили. У меня уже лечилки хранятся дольше, чем Лара живет. О. Ну-ка. Я же уверен, что там тоже что-то есть, да, ведь? Нет, пусто, но может что-то и есть. Никогда не знаешь, что есть, что нет. Давай, Лара, не ори. Все хорошо. Ну, залезайте! Я поскидываю всех вас. Почему им не наносит урон, когда падают? У них какой-то иммунитет на падение, что ли? Ну, давайте, залезайте, я жду.
Ну подождем, что поделаешь. Ну, залезть тоже надо. Я прекрасно понимаю, какой это тяжелый, кропотливый труд. Давай, еще один разок. Давай, давай, давай. Так, это мертва. Ну-ка, давай, Лара, вот сюда. Там тоже что-то есть, видите? Ну-ка, дайте-ка я тоже здесь сохранюсь. В таких местах лучше, ребят, сохраняйтесь. Это вот мой совет прямо. Такой удобный и надежный совет, хороший прямо. А почему сюда ничего не добавили? Отличное место для секретика. Ну ладно. Красота. А где это? Я же слышу, она орет, визжит прямо. Нет, нет! Ты должна была спуститься на тросе, а нет, цеплять и падать с ним. Ну ты хотя бы открыла, и то спасибо. Так. Вот тут что-то есть тоже. Давай, Лара. В общем, спустился я, а куда, непонятно. Проделал такой маршрут впустую. А хотя, стоп. Там было кольцо. Оно там есть, я его сейчас вижу. А почему не зацепилась-то, Лара? Да что за стандарты у тебя такие, двойные? Нет, ты давай, Клара, нормально у меня работай. Вот че... Так... Прямо чудеса на Решетове. Ну, надо с... Ой, зараза, Лара! Скажите, где я сохранился, пожалуйста? Спасибо. А где я? О, давай. Наконец-то сейчас разберемся с тобою. Ты гребаная ящерица. Я тебя наваляю.
все. Это прямо вот невозможно. Ну зато, знаете, такие муки ради красивой локации, я согласен. Надо, надо, надо. Давай, Лара, залезай. А вот здесь, кстати, я видел крюк. Ну, не крюк, а кольцо. Дайте. Подождите, а тут что? А, это что у нас такое наверху? Это какое-то вентиляционное отверстие, что ли? В любом случае, я хочу забрать вон ту деталь. Как мне это сделать? Давайте вот здесь сначала спустимся уж тогда. А там посмотрим. Ну, тут, кстати, аптечка лежит. Давайте я возьму. Так, Лара, успокойся. Спокойно, девочка, спокойно, моя дорогая. Нет, 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 нет! О, спасибо, Лара. Спасибо, что услышала мое «нет». Еще аптечка. Сколько у меня их уже? У меня их уже 6. Так. Все, залезаем, Лара. О. Так. Так. Забираем. Вот он, крюк-то. Вот он. Спускаемся теперь здесь. Теперь нам вот туда. Все. Все разбили. Все, что можно, разбили. Но раз музыка играет, значит здесь где-то еще есть вот эти вот чучундры ползучие. Я, правда, ни одной не вижу. Но где-то они есть. Давай, Лара, залезай, залезай, залезай. Да, вот пируэтики свои делай. Вот, настоящая альпинистка. Кстати, дайте я сразу сохранюсь. Это слишком долгий был маршрут, а я обязан сохраниться, ребята. Кто бы что мне сейчас не говорил, а я обязан. Не-не-не, вот, во. Да, перезаписать, спасибо. Все, продолжаем. Сколько уже играем? 29 минут. Ну, неплохо, можем еще пока походить. Арена, так сказать. Да, наверное, я назову это арена. Глубоко. Оу. Тут реально глубоко. Не, давай вот так вот, Лара. Посильнее.
Есть. Ну, я тут пока еще не буду сохраняться, но это несложно перепрыгнуть ни там, ни там. Допустим. Вижу. А, это просто ворота такие, да? Подожди, а куда мне тогда? Нет, ну только вот сюда. О. Лечилочка. А там у нас что? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Моя прелесть. Ну и куда мне прыгать? Есть. Я выбрал, значит, правильное направление. Давай, Лара. Давай, без своих вот этих кульбитов. Нормально, спокойно. По-доброму, по-старому. Так. Давай, давай, и не смей мне тут падать. Даже не смей мне тут падать. Вот здесь я лучше сейчас спокойным, старым, добрым вот тросиком спущусь. Есть. Ага, ясно. Давай, Лара, залезай. Так. Как они до сих пор держатся столько лет-то? Ну это ж не просто так ведь, наверное, все. А тут обратный путь, да? Ясно. О. Ох ты, гребаная кошка! Давай, по кругу, по кругу. Кошмар. Ну, слушайте, уже 35 минут играем. Реально, большая зона. Мне прямо нравится, я в восторге. Забирай. Лара Крофт. Разрушительница урон. Так. Во, вижу, 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 вижу. Можешь спустись, Лара? Не ори, не так много ты потеряла, кровушки. Дайте я, ой, дайте я сначала здесь изучу всю местность. Вот тут я увидел сейчас этот. Ага. И чтобы мне его забрать, мне нужно зайти туда, туда, сюда, туда, туда. Да, ясно. И там, видимо, то же самое.
Давайте сейчас буду разбираться. Так. А да тут допрыгнешь? Так, там был тоже еще один. Тут еще два артефакта. Слушайте, я тут прямо сейчас... Я буду их собирать. Если я их вижу, если я понимаю, что могу до них добраться, я попытаюсь, ребят, всегда. Я всегда попытаюсь их достать. Это вопрос принципа, я бы сказал, в большей степени даже. Вот это вот мы достанем. Несложно. Вот с тем вот... Вот с этим вот проблема будет. Нужно пройти вот здесь, вот тут, 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 тут. Ну, в общем, главное мне вот спуститься оттуда сюда. Ясно, когда заберемся на вершину, там уже будем решать. Хорошо. Сколько здесь грибов растет? Интересно, они ядовитые? Где вы, гребаные пауки? А, это летучие мыши! Дальше мне нужно было бы наверх пойти бы, но сейчас мы наоборот вниз. Так... Теперь смотрите, как надо. Спускаемся на нижнюю балку, получается, я так понимаю. Да, я правильно понимаю, на нижнюю балку надо тогда, по логике. Так, аккуратно, Лара, аккуратно. Так, а вот теперь куда, я не понимаю вообще. А, все, вижу. Так, так. Все, нашли еще сокровище. Че, она застряла? А, нет, не застряла. Так, давайте я здесь тоже сохраню. Слушайте, это просто реально, это муторно. Я не спорю, что как бы оступился, попал не туда и все, вот тебе кошмар. Но для нас же это должно быть немножко по-другому, понимаете? А мы, конечно, на хардкорной сложности, это еще сложнее для нас. Да, мы на хардкоре. Помните, мы же эксперты. Так. Нет, 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 нет. Так. Ну, вы знаете, что я сейчас сделаю, да? Я просто... Это слишком муто. Это слишком долгий для меня путь, ребят. Это реально... Это очень долгий путь, поэтому... Да. Это очень долго. Муторно. Поэтому лучше я перезагружу. Ты ничего не видел? Это секрет. Лара не будет знать. Включу ей фонарик, а то муж плохо видит.
Так, так. Сейчас мы залезем, наверное, и закончим эту главу. Потому что уже 40 минут играем. Как раз таки 5 минут еще пройдет. 45 минут примерно, такой вот у меня вариант. Все, залезли. Никаких прыжков по стенам. Как они это все делали, я не представляю, народ. Куда дальше? Ага, вижу. Можно туда. А, можно сюда. А, сюда не получится. Ну, значит, сюда тогда. Подождите. Так близко две точки сохранения, и в жизни не поверю. Ага, и не зря. Походу, нам туда надо будет залезать, по-любому. Минутку. Одну минуточку. Ну-ка, Лара, дай-ка, пожалуйста, бинокль еще раз. Мне эти изваяния очень знакомы. Да ладно. Быть того не может. Мы по другую сторону того центра... Мы по другую сторону, получается. Вот и надо. Какие откровения на меня снизошли. Мало кто сейчас поймет, о чем я говорю. Но если вы по ним смотрели все наши проходы. Чтобы она запрыгнула, зацепилась, а не прыгнула в пропасть. Ну, будем знать. Давай, Лара. Спокойно, спокойно. Не-не-не-не, вот так вот. Все. Ух. Залезли, все хорошо. Все живы, все здоровы. Спокойно, балансируй, балансир. Туда я не залезу, там уступы. Значит, мне только вон туда остается. Есть. Так. Давайте я тоже опять же здесь сохранюсь. Да, я очень часто сейчас сохраняюсь в этой серии. Ну, что поделаешь? Что поделаешь? Надо пробираться, чтобы у нас не было никаких проблем. Так. Давай, Лара. Вот так даже лучше. Зато, кстати, убедились, что она может зацепиться, если упадет. Что меня очень успокаивает. Так, а тут... Ага. Подождите, а для чего вот эти вот? А, это на выход. Да? Да, это на выход, все понятно. Так. Раз, два, три. Все, на олимпийскую сборную можно отправлять. Куда мы вышли?
гребаная... Иди сюда! Чё ты убегаешь, гребаная ящерица? Я тебя догонаю. Все очень просто и легко. Так, это для подъема, я так полагаю, да? А это для нашего подъема. Ну что ж, мы... Сейчас оказ... Вижу, вижу! А ну иди сюда! Есть еще желающие? Вы давайте сразу вылезайте, я потом сохраню, чтобы потом просто у нас не было никаких проблем с вами. Ну, походу, никаких проблем больше нет. Что ж, ребят. Для начала давайте сразу сохранимся. Чтобы потом проблем не было. Да, я буду еще записывать сейчас подряд все это дело. Это насколько получается? Среда, да? Я уже забыл. Да, это, по-моему, среда. Подождите. Да. Природа, храмы. Далее это у нас идет. Ой, сколько сегодня у нас идет, кошмар. Сколько всего-то идет. Ладно. Что ж. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал в Дискорде, ВКонтакте, на DeviantArt'е. Ссылочки все в описании, ребят. Также не забудьте поставить лайк и подписаться на Дискорд, канал на DeviantArt'е. Всем до скорой встречи, всем пока. Мисс Клауд, большое спасибо. Увидимся с вами уже в четверг. Еще увидимся.